Вид у меня не из лучших, уставшая. Так, но все же сниму распаковку. Пришли посылки. Сейчас все принесу, постараюсь принести. Пока открыла уже, не выдержала, открыла. Мне было нужно знать, пришло ли то, что я заказывала. Пришло. Я заказывала новогодние чулки на камин. Но пришли просто великолепные. Посмотрите, какие. Ближе покажу, какая вязка, какие чулочки. Очень-очень красивые, очень добротные. Имеется петелька. Так, пришли в двух расцветках. Низ белый, верх красный, например, или зеленый. Низ белый. Этот, ну, вы увидите сейчас, что говорить. Посмотрите, какие пришли новогодние чулки. Все равно повешу их на камин. До 13-го еще есть у нас время. Старого Нового года. Вот такие. Посмотрите, какая красота. Вот. Очень хорошего качества. И этот красный уже не буду открывать. Качество очень хорошее, отличное, чему рада очень. Так, что-то еще пришло. Сейчас посмотрим. Многие из товаров это заказы. Да, женщина заказывала тоже новогодние чулки на камин. Тоже пришли. Очень красивые. Вижу вот такие. Посмотрите, какая красота. Вот, очень-очень красивые, очень хорошие. Качество вообще суперовское. Таких не видела, честно, в магазине. Не видела, уберу в сторону. Ну, это тот белый, а это уже красный чулочек. Не буду открывать. Угу. С этим разобрались. Это сюда. Что-то тут не знаю, что. Посмотрим. Это я тоже себе заказывала, но нужны были для чего-то, не знаю, эти шапочки. Заказывала. Должны были быть. А, на шпажках они. Их клеишь. И такие на шпажках шапочки на капкейке. Но уже, может быть, я на старый Новый год испеку и сделаю, оформлю в стиле Нового года. Как раз, по-моему, выпадает выходной день. Я так поняла. Здесь что, не знаю, честно. Сейчас посмотрим. А, здесь пришли наволочки тоже. Та же женщина, которая заказывала чулочки эти. Она же заказывала наволочки. Они хорошего качества очень. Поэтому, не знаю, я вроде себе не заказывала. Не помню, может и... Бывает так, что я могу... 2, 3, 4. Нет, это она заказывала 4 штуки. Значит, я не заказала себе такого качества с кисточками. Такие наволочки красивые. 4 кисточки такие. Очень хорошие. Натуральный материал. Хороший. Угу. В таком цвете. Все разные в таком цвете. И в таком цвете. Не в цвете, а рисунок. Сам рисунок. Все, 4 наволочки такие. Ценник, не знаю. Не помню, не знаю, честно. Так. Здесь.
это такое хрупкое, потому что в пенопласте. Очень плотно упакована в пенопласт. Что посмотрим? И сама не помню. А, это я заказала себе. Я заказала, но не такие хотела. Такие штучки, это для яиц. Желток, белок. Хорошенькие. Эти мне нужны были. Сюда яйцо разбиваешь, выливаешь. Желток остается, белок вытекает. По-моему, так. Но вообще заказала не в этом цвете хотела. А пришли одинаковые. Такие. Хорошенькие. Все, это мне надо было. Эти ставим сюда. Это что-то тоже такое весомое. Что, не знаю, но... А, пиццанож пришел. Но это я не себе заказывала. По-моему, может быть, и себе тоже лишнюю, может, заказала. Нет, заказывала вроде. Пиццаножи очень хорошие. Ну, как очень хорошие? Не знаю пока. Такие тяжеленькие. Такие пиццаножи. Открою сейчас один и посмотрим. Иногда не хватает меня, чтобы искать вот это, где открыть. Вот такой вот. Вот так, вот так. Вот посмотрите. Так, так, так режешь. И хорошо. И здесь чехол. Ой, ох, острый какой. И вот такой чехол. Написано пицца. В зеленом салатном цвете. И такой желтенький. Хороший. Ножи хорошие. Убираем. Угу. Что-то здесь. Ох, тоже тяжелое. Думаю, должны быть цветы, да. Цветы. Пришли. Давайте опущу. Вот эти прямо тяжелые. Да, это пришли деревья. Деревце гранатовое и лимонное. Все, проверим, сколько штук. Сейчас должна проверить. Это что, яблочки? Это яблочки. А помидоры, яблочки, не помню. Нет, яблочки. Все. Это, а, еще другой цвет покажу. Вот в таком цвете. Такие тяжеленькие, хорошие. Красивые. Тоже пришли цветы. Очень много цветов заказано. Такие тюльпаны пришли. Очень хорошо сделаны. Вот такие тюльпанчики пришли. Хорошие, все. Думаю, расцветки разные пришли. Не знаю, что это. Хочу посмотреть. Просто цвета. А, в белом цвете. В белом цвете распрямятся и такие вот тюльпаны. В разном цвете. Пришли. Куда орхидея пришла? Да, пришла орхидея. Такого цвета орхидея. Вот пришла высокая довольно-таки. Хорошая. Орхидея. Что еще должно быть? Одна. Три. Три. В таком цвете. Внутри камушки. За эти дни я подустала эти посылки тоже открывать. Но думаю, еще должна быть одна посылка вообще. И вот такие. Одна флористика в этот раз. Вот что-то пришло еще.
пришли такие маленькие цветочки. Вчера приходили тоже. Угу. Такие, думаю, разных цветов пришли. Не буду открывать все это. Пусть так будет. И посмотрю, что здесь еще. Тоже флористика. Просто тюльпаны, тоже тюльпаны, но уже в таком вот виде пришли. Заказаны были на Новый год. Ну ничего, позже пришли, но это я заказывала себе. Пришли позже, но я рада. В стиле, как он? Гринч. В стиле Гринча я заказывала на такой основе. Тормозит, как вот такая основа. Смотрите, какой Гринч. Очень хороший, очень красивый коврик пришел. Гринч, который украл Рождество. Я не знала, нет, разные коврики. Смотрите, вот. Вот такие веселые коврики пришли. Очень хорошие. Кухонные. Извините, будут шумы. Это чистит зять там дорожку во дворе. Так, девушка заказывала тоже. Такие, посмотрите. Это на порог. Ой, очень хорошие. Очень красивые. Так. Такая же. Угу. Это одинаковые. Эти такие. Очень хорошие. Очень красивые. Все. Нравится. И еще одна последняя посылочка. Значит, следом должна быть еще одна посылка мне. Это на кухонную зону в Г-образном стиле стелится. Сейчас покажу, как стелится. Вот такая длинная дорожка идет. Вот такая вот. Посмотрите. Стелится вот так вот на эту зону и на эту зону. Это заказ. Тоже тормозки стоят. Сейчас. Такая вот. Вторая. Угу. Такая же, только вот в таком стиле. Елочном. Очень красиво. И вот такая. Оборотная сторона вот такая с тормозками, чтоб не скользила. Все, вот в принципе и все. Все, что пришло. Больше ничего нету. Это весь заказы. Сейчас буду взвешивать вес, смотреть и, естественно, писать чей товар. И все поэтому. Остальное все убираю. Мешки снова упаковываю. И все на это. Вот такой обзорчик был. Подписывайтесь на канал, смотрите. Буду снимать много интересного контента, который действительно заинтересует. И что еще? Ну, в принципе, и все.